В Славянском районе стартовали военно-полевые сборы. В программе тактическая, физическая, строевая подготовки. Несение караула, жизнь по уставу. В общем, все как в армии. За 5 дней славянские мальчишки прошли краткий курс молодого бойца. Тему продолжат Тина Копачевская и Георгий Калинин. Для учащихся 10 классов настала пора осваивать основы военной подготовки. Рано утром в воинской части номер 721-53-6 Славянского района собрались юноши из общеобразовательных школ города и района. Будущим защитникам Отечества в день открытия военно-полевых сборов с напутственными словами обратился глава района Роман Синеговский. Гражданский долг каждого из нас – отслужить в армии или пройти военную подготовку на военной кафедре. Сегодня у вас есть уникальная возможность пройти учебно-полевые сборы, потому что каждый из вас должен быть готов при необходимости защитить свою семью, защитить свою родину. Каждый юноша, учащийся в 10 классе, должен пройти военно-полевые сборы, так как это обязательный элемент школьной учебной программы, отметил главный специалист управления образования по вопросам социально-профилактической работы Вячеслав Салмин. Согласно учебной программе, мы проводим учебные полевые сборы по 40-часовой программе. Это является учебная программа, которая должна отработать вопросы практических знаний, которые учащиеся получили на уроках ОБЖ. Здесь будет и огневая, и строевая, и оружие массового поражения, и медицинская подготовка, и физическая подготовка. Будут сдавать зачеты. Эти зачеты будут идти уже непосредственно в журналы, где будут выставлены оценки за год, за обучение. Физическая, строевая подготовка и военная теория – далеко не полный перечень всего того, что за 5 дней проходят участники сборов. Занятия 10-классников проходили на территории воинской части школ и стрелкового полигона воинской части номер 457-65. Одним из обязательных этапов подготовки до призывников является стрельба на военном полигоне. По мишеням огонь! Перед тем, как туда отправиться, допризывники проходят полный инструктаж по технике безопасности. И только после этого им под руководством сержантов разрешают взять в руки боевое оружие. Любой мальчишка после стрельбы из боевого автомата, после запаха пороха и звуков выстрелов проникаются ответственностью к военному делу. Подготовка проходит очень интересно. Это интересно не только мне, но и всем ребятам, которые участвуют в сборах. Значит, военная подготовка очень важна для более легкого прохождения службы в армии. На самом деле очень интересно. Вот вчера мы стреляли с автомата, мне очень понравилось, так как лучше, приятное впечатление об этом. Страна все равно нуждается в воинах. Я иду в военное училище и поэтому готовлюсь старательно, подтягиваюсь, там бегаю, готовлюсь. Немаловажный этап полевых сборов – сдача нормативов по физической подготовке, подтягиванию на перекладине, бегу, метанию гранаты на дальность. Георгий Ковалев планирует не просто пойти в армию, а вообще связать свою жизнь с военной службой. Для этого он планирует после школы поступить в военное училище. Поэтому военно-полевые сборы для юноши очень важны. Я планирую поступать в военное училище в Галице на ФСБ. Поэтому мне это надо, я занимаюсь дополнительно спортом. Мне тут легко. Военно-полевые сборы учат военно-патриотическому воспитанию школьников. Они помогут будущим защитникам Отечества быстрее адаптироваться в реальных условиях службы в армии. Эти сборы можно назвать подготовительным этапом службы. Своего рода экзамен, с которым будущие солдаты успешно справились. Первое место по результатам сборов по общекомандным нормативам разделили учащиеся школ номер 18, 16, 29 и 25. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».